13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созыва Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, добрый день. Светлана, и слушателям добрый день. Мы традиционно подводим... Давно я вас не видел. Да, мы тоже очень рады вас видеть в этой студии. Мы традиционно подводим итоги 2017 года, отмечаем самые яркие события как со знаком плюс, так и со знаком минус. И такое задание дает каждому нашему спикеру, который приходит в особое мнение сейчас, и вас тоже предупреждали об этом. Поэтому, чтобы собственные пока что не навязывать какие-то кейсы, мы оттолкнемся от того, что впечатлило в этом году вас. Впечатлило. С политики начнем, давайте. С политики. Ну, на самом деле, меня давно уже в политике ничего не впечатляет, но то, что была поставлена вами цель и задача, выбрать, наверное, что было интересно, может быть, и жителям города Кирова, и Кировской области, где они участвовали, где-то более активно это дело поддерживали различные СМИ, в том числе и ваши, да, то, наверное, вот, на мой взгляд, все-таки... Если возвращаясь к политике, наверное, это выборная кампания, которая у нас проходила в этом году. Это были выборы и губернатора Кировской области, и выборы в городскую думу. Ну, начнем, наверное, по сверху самому. Губернатора, конечно. Да, выборы губернатора, и мы с вами там видели, что результат оказался примерно такой же, как и в 2014 году, когда выбирали Никиту Юрьевича Белых. Значит, поддержка как... стабильно в Кировской области, в стране 70%. Значит, губернатор уже сейчас действующий, без приставки. И будем надеяться, что все его как бы, наказы, все наказы избирателей и его обещания, они будут как-то реализовываться в ближайшие там, 5 лет. Значит, при том, что, в общем-то, все равно я считаю, что даже при низкой явке 70% это... Ну, довольно-таки большой такой надежный пакет доверия. Значит, ну и понятно, что как раз с учетом избрания губернатора мы видим, что когда у нас приезжают новые люди, приезжают новые команды, значит, в этот раз у нас был заезд в 2016 году, как я называю, московско-ростовских, новые кадры пришли. При этом мы с вами сегодня видим картинку, что не все московские, ростовские или приезжие могут уживаться в нашем тяжелом, холодном климате. Значит, и понятно, что чехарда с командой и ее сменой, как бы она, видимо, как началась в 2016 году, я думаю, что она не закончится и в 2017, и в 2018, и постоянно вот эти изменения они будут происходить. Вот мы сейчас будем говорить все-таки, если Василию, я так поняла, ты оцениваешь со знаком плюс, вот избрание его на выборах и то, что он из ИО превратился в губернатора. Нет, смотрите, стоп. То как ты оцениваешь вот эту чехарду с командой? Это же минус получается, да? Ну, вот смотрите, плюс избрание, это я как бы озвучиваю то, что 70% пришедших на избирательные участки отдали предпочтение губернатору Василию, да, то это такой определенный плюс доверия кировчан. Значит, вот, а все, что дальше, наработает он плюс или минус, это его работа. Я ему сейчас ни плюсов, ни минусов не даю. Я просто хочу, чтобы ты оценил вот эту чехарду с командой. Это нормальный процесс или это ненормальный процесс? И к чему это приведет? Ну, на самом деле, я считаю, что когда идет изменение в команде по профессиональному уровню, да, и пытаются там поставить более сильных и более лучших, это одна история. Этого ничего плохого нет, так работают все и коммерческие структуры, да, потому что все равно я считаю, что руководить министерствами, там, департаментами, замгубернаторами должны, в принципе, люди профессиональные и лидеры определенного мнения. Этот политез мы принимаем. Да, значит, оценка, да. Когда идет чехарда и приезжают люди совершенно непонятно откуда и зачем, и не разбирающиеся в каких-то элементарных вещах, и еще потом эта чехарда происходит там с кучей уголовных дел и с какими-то негативными последствиями там и для жителей города Кирова, и Кировской области, и все-таки, наверное, это негативное и влияние и на имиджи самого губернатора, то, конечно, это не самая лучшая история, это, конечно, так не должно быть. О чем это говорит?
Это говорит, что, как и у Никиты Юрьевича, у губернатора Васильева есть проблемы с подбором кадров и с командой. А может быть, не у Никиты Юрьевича и у губернатора Васильева, а вообще в стране есть проблемы с управленцами и с кадрами? Если сказать глобально, то мы это ощущаем, конечно. Я думаю, что это общая тенденция вообще в России, потому что, к сожалению, люди не подбираются по своим каким-то человеческим и профессиональным качествам, и лидерским качествам, потому что, в первую очередь, я считаю, что везде должны быть лидеры, которые могут за собой вести людей, которые могут доказывать свою точку зрения, которые могут делать на самом деле больше позитивного, чем негативного. Есть гипотеза, что люди, которые имеют свою точку зрения и могли бы сделать много для региона или для страны, в данный момент времени просто во власть не идут, опасаются. Ну, я думаю, что это первая причина, как ты говоришь, а вторая, я думаю, что просто они никому и не нужны. Задача и цели совершенно другие, и при этом мы из этого и видим все, что происходит в стране там, с экономикой, с промышленностью, с производствами, вообще с развитием даже малого и среднего бизнеса, это показывает о том, что мы никак не можем вот эту волну поймать вообще как бы позитивного такого созидательного труда. И это как раз вина, я так думаю, что тех людей, которые фактически не понимают, зачем они поставлены, для чего и свои цели и задачи. Еще пару вопросов по губернатору. В момент прихода Игоря Васильева в должности исполняющего обязанности губернатора Кировской области очень много писали о нарастающем конфликте между элитами, кировскими элитами и пришедшей командой. Как ты считаешь, этот конфликт решен? Ну, на самом деле нет никаких кировских элит, я так думаю, да. Вот есть какая-то группа там бояр-олигархов, как я всегда говорю, там она всем известна, их там 2-3 человека, которые, в общем-то, всегда могут и договариваются с снов пришедшим там руководителем территории. Что это было? Они договорились? Конечно, они все договорились, это ж видно. Что является показателем того, что они договорились? Ну, во-первых, все остается как есть. Эти люди присутствуют там при всех встречах там и как бы разговорах там при губернаторе. Да. Они также себя как бы уверенно ведут в законодательном собрании, где у них очень неплохая фракция по количеству, я имею в виду. Плюс я думаю, что все-таки город также остается за их влиянием, и в данном случае все это видно и заметно, то на самом деле как бы не надо тут испытывать каких-то иллюзий, что все там поменялось, все произошло. Произошли какие-то корректировки, да, с учетом там, я думаю, что определенные переговоры с Белых, они были одни, там, да, с Васильевым это другие. Ну, вот это все корректируется, это все как-то выстраивается, и, в общем-то, все дальше продолжается так, как оно есть. Раз уж мы заговорили про город, то понятно, что произошли изменения в связи с тем, что была переизбрана городская дума, да. И возглавила городскую думу Елена Васильевна Ковалева. И в городскую думу перешел один из тех олигархов, о которых мы говорили, господин Крепостнов. Да, который, ну, он всем показал, что в данном случае все его интересы в городе, да. А не в области. То в этом случае там... Это тоже событие года, ты считаешь? Я считаю, что вообще выборы в городскую думу, это для города это определенное событие, потому что я надеюсь, что все-таки окончательно как бы такая плохая линия именно главы города господина Быкова за 10 лет, который пытался из нашего города создать какое-то свое личное благо, оно, мне кажется, с учетом вот этих городских выборов, оно все-таки закончилось. И вот эта связка... Эпоха Быкова в Кирове закончилась. Ну, я думаю, там Быков тире там последнее время перескоков, да, то вероятность того, что сегодня его влияние все-таки после этих выборов осталось там минимальным, и вернее все, что он никак не влияет уже на происходящее в городе, это, наверное, как плюс. И мы это как бы, я думаю, что это там увидим и заметим. Насколько там будет эффективно приход новой депутатской группы депутатов и именно во главе с Еленой Васильевной Ковалевой, мы тоже это в принципе увидим. Значит, насколько будет меняться вообще политика города по отношению к кировчанам и, там, допустим, к бизнесу. Ну, вообще получается, что это глобальное событие, потому что Владимир для города, да. Владимир Васильевич ведь не один срок отсидел на городе, правильно? Он, про сроки мне очень нравится. Да. А теперь, получается, и о команде Быков-Перескоков все говорили, потому что они давние друзья, они понимали друг друга хорошо, совместные планы вырабатывали. А теперь полная смена, получается, руководства городского и думского, и административного. Да, но при всем при этом мы там должны четко понимать, что как бы основная нагрузка ложится на исполнительную власть, это на нового главу администрации, это Шульгина.
который, в общем-то, представляет там как бы лицо губернатора Кировской области, потому что как бы это была как раз и договоренность определенных, как я говорю, местных бояр, как они этот город... Сфера влияния, да, что исполнительная власть, она остается там под контролем все-таки руководителей территории, а вот законодательная в лице там городской думы, она... на мой взгляд, все равно остается под влиянием тех людей, которых ты сказала, что они уже туда перешли, показав, что, в общем-то, они, интересы их в городе, интересы их остаются там самыми большими, и, в общем-то, они будут активно участвовать и противостоять всему, чему, чтобы не было так, чтобы без их решения не происходили никакие решения. Можно сказать, что новая эпоха управления городом наступает? Я бы пока не сказал, потому что вообще, как бы, если мы говорим об эпохе там, господина Быкова, то он как исполнитель был. И мы понимали, что он был поставлен этими же людьми на эту должность, и они его сохраняли два сезона. Этими же, о которых мы сейчас в городе и говорили, да? Да, да. То, в принципе, как бы два сезона, или как срока, ты говоришь, он отсидел, может быть, не те 40, которые большинство кировчан хотели, значит, но, тем не менее, как бы, 10 лет он правил нашим городом, и, в общем-то, понятно, что он не избирался кировчанами, он не избирался там кем-то, он конкретно был как бы сохранен и поставлен этими олигархическими структурами. Значит, как сейчас это будет все происходить, очень мне сложно понять, но, судя по первым там шагам, это уже, когда на первое же практически заседание там городской думы выносится там целый пакет приватизации по определенным объектам. И дума заворачивает этот пакет. Ну, во-первых, не дума заворачивает, а Шульгин заворачивает по какой-то причине. Значит, это говорит о том, что, в общем-то, как бы какая-то тренд какой-то остается. Или наоборот. Или наоборот он прекращается, да. Значит, ну, по крайней мере, попытка же была сделана приватизации основных этих объектов, которые там, в принципе, и так в городе уже практически ничего не осталось. И мы сегодня видим, что бюджет города в ближайшие годы будет очень тяжелый. Если вы там, кто внимательно там смотрел или слушал, допустим, в 2018 году там бюджет города 10 миллиардов, в 2019 9, а в 2020 уже 8. Прервемся на этой ноте на короткий перерыв. Через полминуты снова в студии с Дмитрием Русских. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области 4 и 5 созывов Дмитрий Русских. Под финалем, что называется, городскую думу и городскую администрацию, изменения в городе. Да, то я думаю, что как раз вот 2018 год нам покажет, насколько эти изменения там имеют эффективность для кировчан в первую очередь, но судя по тому, какие я сказал цифры, там, да, бюджет будет очень тяжелый, и как бы как он будет правильно расформирован, как он будет правильно направлен и каких интересов, то это будет очень как бы главный показатель, который мы в ближайшие там, 2018 году увидим. То мы как бы остаемся с надеждами о том, что все-таки новая команда она сможет там, изменить мнение кировчан о том, что жизнь в нашем городе может быть и прекрасной, и хорошей, и город может быть совершенно другим, зеленым, красивым, чистым в первую очередь. Да? И все-таки комфортно для кировчан, а не для приезжих чиновников, которые ездят на дорогих машинах. Там же будет еще одна история, которая позволит нам оценить компетентность новых властей в городе. Это эффективность использования федеральных средств, которые придут по программе, в следующем году, да. По программе «Комфортная среда» и дороги. И да, и по дорожному фонду в следующем году там сумма еще увеличится, она будет на 200 миллионов больше, чем в этом году, это почти миллиард, там 200 с лишним, там, да, то понятно, что как бы очень бы хотелось, чтобы вот эти федеральные деньги, которые приходили, они там эффективно использовались и без всяких там левых вариантов, которые мы видели в этом году по заводу московской компании, которая делала дорогу на Русское и так его по концовке не доделала. Пару слов про эти две федеральные программы. Как ты считаешь, то есть достаточно, недостаточно, а очень серьезные деньги пришли из федерации в этом году? И стало ли это событием года для города? Реализация программы «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Ну, вот все равно же, вот как бы у нас очень много автолюбителей в городе, да, и все мы передвигаемся даже, кто и на общественном транспорте, то ощущает это качество дорог. То понятно, что когда хорошие дороги, и ты на них комфортно не только ехать, а в принципе еще и безопасно, раз. И в-третьих, это же как бы сохраняет определенную сохранность машин, да, то значит наши кировчане как бы не тратят какие-то лишние деньги на ремонт этих машин, на покупку новых шин и все прочее, то, конечно, когда город становится там с хорошими дорогами, с зелеными парками, это гораздо
более позитивное. Становится? Ну, все равно он становится. Мы же сегодня как бы заметили, что, в общем-то, центральная улица все-таки удалось подремонтировать их, привести в какой-то определенный стандарт, порядок, и, по крайней мере, мы не ездим как по военным дорогам. Но и хотелось бы, чтобы это как бы и в следующем году, и в 2019 это все продолжалось. Боюсь, лишь бы это не закончилось в 2018, потому что в 2018 и 2017 все-таки идет подготовка к выборам президента, а после, как у нас часто бывает, после всех выборных кампаний начинает такое затишье. Президент сказал, что это продлится долго. Отлично, если у нас экономика позволит, и деньги наши будут как бы пополнять все бюджеты, и федеральные, и региональные, то я буду надеяться, что так будет. Все-таки реализация этих двух программ – это успех года. Это приятное для всех кировчан и жителей. Да, дополнение. Потому что, в принципе, ведь, понимаете, мы привыкли уже радоваться к тому, что в других-то странах и не радоваться. Это обычная работа администрации и чиновников. Я поняла. То есть ты не видишь, что это событие прям какое-то было года. А что событие еще? Событие? Ну, событие. Вот у меня третьим пунктом написано, что в этом году ушла авиакомпания «Победа». Да? Значит, да. Я считаю, что вот это как раз особенно для людей, которые там с активной жизненной позицией, которые любят путешествовать, летать, особенно молодежь и даже и люди старшего возраста, да. Да и не только путешествовать. Да. Ну как просто раз активное население, активное, командировки, да. Студенты. Да, это была очень хорошая история, когда ты совершенно за небольшие деньги мог полететь там не только там в какую-то там в столицу нашей страны, а автоматически «Победа» давала возможность вылетать за совершенно небольшие деньги там за территорию Российской Федерации, они открыли очень много направлений. Стыковочные рейсы, да, которые это. У вас расстояние от Кирова до Барселоны стоило дешевле, чем сейчас от Кирова до Москвы. Да, в одну сторону, при том, что. Значит, и, конечно, на самом деле, вот для будущего, для развития города, вообще для привлекательности его, потому что очень многие говорят, что тут будет там какое-то историческое место, где могут ездить там туристы, где-то могут ездить там на медицинский туризм. Все это прекрасно, но мы все прекрасно понимаем, что логистика и цена — это очень важно. Вещи там, да, то, конечно, я очень с большим сожалением как бы понимаю, что «Победа» от нас ушла, и она, вероятность того, что она вернется, очень мала, и она не вернется, вернее всего, что при этом, но при этом мы увидели, что упал пассажиропоток, и буквально 2 недели назад были первые заявления о том, что аэропорт «Победила» все-таки требуется бюджетное вливание. Априори убыточные. Да, априори убыточные, сказать. Да, и в принципе все те расчеты, которые были до этого представлены прежним директором Ждановым, они как бы не вошли в расчет, и в общем-то единственное, что нам не сказали, а сколько нужно будет снова тратить каждый год на аэропорт «Победила». И уже не на поддержание дешевых рейсов. А уже об них никто не говорит, потому что мы все заметили, что за этот год мы дешевых билетов и дешевых рейсов не увидели вообще. И с кем бы я ни летел в самолете, всех очень сильно удивляет стоимость билетов, потому что многие летят в первый раз там в город Киров и командировочный. Да, и в данном случае это говорит о том, что, в общем-то, это с точки зрения стратегии была совершена очень большая ошибка. Которую не признают. Это проблема. Чтобы ситуация изменилась, что нужно сделать? Эту ошибку признать и заняться заключением контракта? Я думаю, что все-таки надо признать о том, что здесь была совершена ошибка стратегическая, что, в общем-то, расчет на высокий пассажиропоток дал бы определенный экономический эффект, который бы привел к тому, что мы бы вывели предприятие на самоокупаемость и без участия бюджета Кировской области, который в этом году и в следующем будет испытывать громаднейшие проблемы. И в данном случае все задачи, я думаю, что власти как можно больше сделать государственных предприятий эффективными для того, чтобы не тратить бюджет области, который и так испытывает, еще раз говорю, громаднейшие проблемы. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что правительство осознает, что они совершили ошибку, или категорически нет? Ну, вот смотри, ты сейчас задал вопрос, признать ошибку. Если они до сих пор не признают ошибку, значит, они это в принципе не осознают. Но я тебе хочу сказать, что вот я же часто летаю и наблюдаю, как летают там определенные руководители, там, да, значит, они же все летают за бюджетные деньги, да, и стоимость там билета для них не очень там важна. Они даже это не замечают, они, я думаю, что они не знают, потому что, вернее всего, что им секретари покупают эти билеты, и это все оплачивает бюджет Кировской области. Я просто наблюдал за очень известной в нашей области за год стала замгубернатора Куземской, да, сколько бы я с ней не летел, она постоянно летает в бизнес-классе. Да? Хотя на самом деле, кто летает, они понимают, что, в общем-то, эконом и бизнес-класс в тех самолетах, которые летают в город Киров, он ничем, в принципе, не отличается. Но он отличается только ценой. То цена одного рейса, значит, если мне память не изменяет, в одну сторону, я смотрел специально после того, как я ее увидел ее в бизнес-классе, составляет 30 000 рублей.
да, вот на тот момент, когда летел. Если мы понимаем, что у нас очень много приезжих, и они на выходные улетают обратно к себе домой, то вы посчитайте, сколько денег мы тратим вот на эти все такие выкрутасы и с нашим несчастным бюджетом. Многие ли захотят за такие деньги прилетать в Киров? Да, то если она улетала и прилетала и тратила в неделю 60 тысяч, то вот вам весь ответ как бы на вопрос. Это по году, по месяцу 240. То есть состояние Победилова и уход Победы – это провал? Я считаю, что это большая ошибка, которая, в общем-то, рано или поздно скажется на стратегию вообще развития нашей области, города и, конечно, в первую очередь, аэропорта Победилова. Особое мнение Дмитрия Русских слушаем мы сейчас на волнах нашей радиостанции. Последние события, я думаю, что, может быть, тебе тоже интересно, не знаю, прям скажи, если не интересно, скажи, ерунда, это вообще не события года, нечего обсуждать. Это состояние наших профессиональных команд, в частности, вот проблемы с командой «Родина», а до нее еще были. Ну вот смотрите, значит, хочу сказать, как человек, который всю жизнь занимается спортом и очень близок к нему, на самом деле похоже, что история с командой «Родина», она заканчивается негативно в плане того, что, вернее всего, что она, как сказал их тренер Загоскин, заканчивается, перестает быть профессиональной командой. Негативно для кого или для чего? Ну вот смотрите, негативно... Мнения есть разные. Да, мнения все есть разные, и тут очень сложно найти как бы логику какого-то определенного решения. Значит, ну хочу сказать, что «Родина» повторяет историю «Динамо» или «Олимпии». То в данном случае мы сегодня говорим, что большого профессионального спорта на территории Кировской области, вернее всего, что уже больше нет и не будет. Да, значит, та же самая тяжелейшая история и связанная и с детским спортом, потому что все, кто занимается, видит, там, слышит, понимает, что сегодня и в этом-то направлении совершенно не хватает ни финансирования, ни возможности детей там возить на соревнования и все прочее. И мы видим, что и проблемы у нас и с тренерским составом очень большие, потому что на те зарплаты, которые сегодня выплачивают в этой отрасли, понятно, что молодежь практически никто не идет. То в данном случае... Конечно, история с «Родиной» началась не вчера и не сегодня. Вот эта вся долгая трагическая история, она началась там лет 5-6 назад. Значит, просто вот ее постепенно дотягивали, тянули, потому что кто-то говорил, что там у «Родины» там 10 тысяч болельщиков, и перед выборами нельзя там от них отказываться. И мне вообще не нравилось еще, когда вот при, по-моему... Политизированность «Родины» началась где-то при приходе Николая Ивановича Шакрина, где-то 2007-2008 год. Да? Даже еще раньше. А еще раньше, да, когда там из бюджета области там платили деньги, довольно-таки по тем временам значительные суммы, то в данном случае ее и пытались как политический такой рычаг, потому что, в общем-то, было в Кирове любят «Родину», у ней много болельщиков, и, в принципе, это всегда команда считалась времен и народов, она всегда существовала, она всегда была. А это «Родине» повредило или помогло? Я думаю, что это ей повредило, потому что в какой-то момент это стал таким инструментом политическим, который, в общем-то, команде не дал возможности самой развиваться и работать именно в команде и ее продвигать профессионалам. Было такое ощущение, что их под выборы прикармливали чуть-чуть, да? Да, а потом отпускали. А потом отпускали, да. То есть ни развития, ни системной какой-то работы. Да, и при этом еще совершенно неправильная, мне кажется, позиция. Я вообще считаю, что в спорте, особенно в профессиональном, должны этим делом заниматься профессионалы. Те люди, которые знают спорт, которые в нем участвовали, которые могут организовать процесс не во вред, а во благо. Да? При этом, видя стратегию развития детского хоккея, при том, что мы с вами понимаем, что всегда говорилось, и я помню, когда еще при Николае Ивановиче обсуждалось, значит, финансирование команды «Родина» из областного бюджета, основной аргументацией была то, что это основная команда, и если ее не будет, то дети некуда будет стремиться, да, потому что все хотят расти и играть в профессиональной команде. У меня до сих пор сомнения вызывают вот эту установку. Ну, вот, ты как спортсмен можешь оценить. Смотрите, вот надо там точно понимать, что нельзя тянуть профессиональные команды за счет детских команд. Это невозможно, это нельзя делать, это нигде не происходит. Понятно, что если бы к этому относились по-другому, не как к политическому вопросу, а как все-таки к менеджерскому вопросу, то должны были за эти годы сформироваться определенные менеджеры, которые смогли бы выстроить эту ситуацию совершенно в другом русле. На поверку что оказалось? Значит, при этом им каждый год обещали, что там сначала один губернатор решит там с одним спонсором, потом с другим, с третьим, и по концовке все это выливалось в громаднейшие долги перед игроками и в долги перед налоговыми службами и вообще большой задолженностью. При всем при этом командой руководили люди совершенно какие-то не совсем понимающие, мне кажется, не просто в спорте, тем более в хоккее с мячом. То вот это все как бы сыграло такую негативную картинку, которая, в общем-то, и привела там, знаете, к такому разгрому
команды, при которой в этом году практически все основные игроки разъехались. Значит, очень тяжелая остается финансовая ситуация. И при этом, когда пытаются еще за счет определенных каких-то промахов решить там проблему за счет детского там хоккея там, да, и еще и тут все как бы по-другому, то в данном случае это говорит вот о том, что совершенно непрофессиональный подход вообще к этой команде, вообще к спорту в Кировской области привел вот к этим последствиям на протяжении многого периода времени. Это не последствия сегодняшней команды, да, я вам сказал, что это было при Николае Ивановиче началось, проходило при Никите Юрьевиче, и сейчас происходит. То есть при... это не менее чем 10-летняя история? Она очень долгая, да. И мы когда все восхищались, когда, помните, в какой-то период времени, я не помню, какой год, 8-й или 9-й, там Родина заняла там 3-е место в чемпионате, стала бронзовым призером, все были восхищены, все были радовались, а потом вот как какая-то вот началась вот эта все вся игра. Да, то очень жалко на самом деле команду, жалко тренеров, ребят. И... Но что нужно сделать? У нас сейчас время заканчивается перед перерывом. Что нужно сделать? Я думаю, что все-таки нужно принять решение правительства области, что делать с командой. Что делать, да, на что... ваш взгляд? Ну, сейчас я думаю, я что... официально так прямо да. обращусь. На мой взгляд, надо собирать команду, собирать профессионалов, собирать людей и решать, как быть с командой и не тянуть ее до последнего момента. Потому что то, что сейчас происходит, это совершенно это долгая смерть называется. Сейчас прервемся, буквально на 2 минуты у нас реклама, но с Родиной еще не закончили, так же, как с Олимпией и с Динамо. Особое мнение Дмитрия Русских слушаете вы сейчас на волнах нашей радиостанции. У микрофона работает Светлана Занько, и я все-таки прошу Дмитрия Михайловича свой вердикт вынести, потому что что-то нужно делать, это то, что говорят все, что конкретно нужно делать с Родиной, что конкретно нужно делать с детским и юношеским спортом. Ну, вердикт очень сложно, Свет, вынести, потому что я не я знаю. Я понимаю, там, брать да. на себя. Ну, смотрите, ну, стоимость... Ну, ты не губернатор, да, можешь да, и взять. Да. Тебя не скинут да, сейчас хорошо, этого кресла. Не надо скидывать. Стоимость сегодня игры профессиональной команды в чемпионате России составляет минимум 60 миллионов рублей. Значит, надо там ответственно сказать, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Значит, если ты прям повторяешь слова господина Маури вчерашнего. Да? Значит, то в данном случае, если правительство области или там городская власть считает, что эта команда нужна, и они готовы найти спонсора, который готов это все вести, как и в других в основных командах. Тем более мы слышали последнее заявление президента Российской Федерации Путина о том, что профессиональные команды не должны оплачиваться из региональных бюджетов и городских, то в данном случае или они этим занимаются, или они по-честному говорят, что нет, все, мы сдаемся. Я вообще не понимаю, почему власти должны этим заниматься. Ну, потому что все-таки, как бы ты ни хотела, Родина является брендом города Кирова, это 100%. Каким-то хилым брендом-то уже она является. Ну, а то, что его сделали... Подожди, если его кто-то сделал хилым, это не говорит о том, что его не было, и он был когда-то и не хил. Я помню в детстве, когда... Да, давайте не будем бросаться в воспоминания, да. Сейчас другая куча... совсем ситуация. Хорошо. То в данном случае вот надо по ним принимать уже конкретное решение. Есть спонсор, нет спонсора. Значит, если вы говорите, что спонсора нет, и команды профессиональной быть уже не может, так же, как и Олимпии, и Динамо у нас фактически тоже нет, да, то, значит, вы скажите, что все усилия и все средства, которые, возможно, будут перенаправлены и будут очень сильно подтягивать детский и юношеский спорт, именно хоккей. Примерно это и заявили на днях на встрече с родителями вот детей, которые играют в хоккей, власти в лице Дмитрия Курдюмова, который курирует это направление, и губернатор Игорь Васильев это поддержал. Потому что многие годы команда верит в какие-то там обещания и надежды, и на самом деле ничего не происходит. Кто постарше, в этом году взяли, уехали и поняли, что уже ждать нечего. Но сейчас же играют ребята молодые, они тоже видят себя как-то совершенно в другом статусе, и они должны тогда понимать, им новые клубы искать, или тут оставаться, или как-то. Но это же тоже такой вопрос очень, на самом деле, человечно важный. А еще бы, если обратили внимание, в каких условиях играют, что дети, что взрослые. Ну, у нас состояние у нас спортивное. Мы сегодня с тобой, если пройдемся там по большей части там спортивной школы, мы увидим примерно одну и ту же картинку, да? То в данном случае здесь не она очень страшненькая, она очень несовременная, она совершенно. Вот об этом надо думать, нет? Да, потому что я считаю, что без как бы определенного уровня состояния там спортивных сооружений и качества этих сооружений, да, очень говорить о содержании да, профессиональной да, команды. Да. Очень сложно, потому что в данном случае я вам скажу, что в некоторых там детских школах еще до сих пор там как бы стоят унитазы, душевые там 60-х годов. Там где-то вода горячая не бежит, где-то там вообще пол уже весь скрипит. Но это все то, что осталось от Советского Союза, практически еще вот как-то сохранилось.
Новых объектов, конечно, очень мало, ну, за исключением, может быть, Дворца Единоборств, там еще какие-то школы. Но на самом деле, если смотреть массово на спорт, да, то он вызывает очень большие опасения, при том, что я уже сказал, что и областной, и городской бюджет на ближайшие 3 года будет очень тяжелый, то значит, в этом плане тоже большого развития ждать очень сложно. Федеральные программы нужны? Федеральные нужны, но вы посмотрите, и федеральный бюджет испытывает очень большие трудности. У нас же, вы же видите, как все, что происходит и куда деньги в основном идут. И в данном случае рассчитывать на какие-то там федеральные программы при сегодняшней очень сложно. А государственно-частное партнерство не развивается? Да, хотя я думаю, что перспектива у него очень большая. Хорошая такая нота. Мы ее разовьем уже в следующем году, я думаю. Да. Как раз только что разговаривали с Натальей Мамедовой, начальником департамента муниципальной собственности администрации города Кирова. Она тоже считает, что в этом потенциал. И очень большой, на самом деле. Надо пробовать, потому что опыта вообще нет в регионе и в городе. Хотя я тебе скажу, что некоторые регионы по этому опыту уже идут, и уже есть хорошие примеры. Вот это будет первая тема следующего года. Договорились? Да, спасибо. Еще одно хотелось обсудить событие. Это ты мне сказал еще перед эфиром, что почему-то все уже замолчали, обсудили, а ты считаешь, что это все-таки процесс года тоже. Ты имеешь в виду, что дело Михаила Прокопьева? Да. Ну, понятно, что как бы в этом году он вступил, его приговор в законную силу, да, потому что в том году его вынесли, была апелляция, и все вступили. Да, я думаю, что очень много в городе Кирове следили за этим процессом, его очень активно и СМИ как бы освещало. И я думаю, что всем было очень много интересно, и при всем при этом в самом начале многие не верили, что вообще может такое быть, потому что, в общем-то, происходило все совершенно из далекого прошлого, на самом деле. Все же вышли из 90-х. Да, мы все помним, да, и 90-е, и 2000-е, когда, в общем-то, все это происходило, и уже все считали, что тема закрыта, а на самом деле, вот видите, прошло столько лет, и как бы эта тема так взлетела, и целый год там держала в напряжении весь город, все разговаривали, шептались, и, в общем-то, итог он как бы есть, и как бы вот история, она закрылась, и я считаю, что это закрылась целая часть истории, 90-х, 2000-х, когда... Эпоха 90-х. Да, 90-х, и она закрылась там уже, видимо, окончательно вот таким жестким приговором, и, в общем-то, точка была поставлена. Хотя хочу сказать, что, видимо, все рано или поздно возвращается, и когда сегодня говорят, что сегодня некоторые там люди себя ведут так, что и делают все, что хотят, и им за это ничего не бывает, ну вот вам пример этого судебного процесса, да, уже и никто и не думал, и не знал, и уже никто и не верил, а, в общем-то, все вернулось. Прошло 20 лет. Да, 20 с лишним лет, да, и понятно, что... Эти АПГ, которые создавались в 90-х, 2000-х годах, организованно-преступные группировки, они к концу там, 2000-х годов, им пришли на смену другие организованные уже политические группировки. Если организованные преступные группировки в основном промышляли рэкетом и убийствами, то организованные политические группировки, они уже, они уже начали вытеснять организованные преступные группировки, и на смену им пришли политические, которые, в общем-то, до сих пор там промышляют бюджетами, коррупционными скандалами, делами, рейдерскими захватами, особенно городского имущества, там, областного и все прочее, то в данном случае произошла такая определенная смена. И я думаю, что как раз вот через какой-то промежуток времени мы уже будем читать, там, уж через 10, может, 15 лет, как вот у нас с конца 2000-х годов новые организованные политические группировки работали на территории города Кирова и Кировской области. И это такой очередной переход с одного на другое. Это вот ожидание ближайшие 10-20 лет, обрисованные... Свет, это на самом деле все зависит, это может быть произойти или гораздо раньше, или гораздо позднее, по причине того, что как бы, чем меньше сложности, чем наоборот больше сложностей с бюджетами и все прочее, тем эти вещи они будут гораздо активнее происходить. Да, если были бы сегодня ситуации более такие... благоприятные в экономическом плане, может быть, а это было бы гораздо дольше. То я не исключаю... То есть, если бы эти объединенные политические группировки, объединенные политические группировки... Организованные. Сейчас я, подожди, термина такого пока еще нет, поэтому мы с тобой придумаем. Если бы они, учитывая собственные интересы, обеспечивали благополучную и стабильную жизнь населения, довольную, да, то, наверное, просуществовали бы дольше, чем сейчас это им грозит. То в данном случае и ждет то же самое, что... Что и ОПГ 90-х. Да, ОПГ 90-х, то в данном случае мы с вами четко понимаем, что примерно как бы смысл он один и тот же. Просто одни более в жестком формате периода того времени, сегодня они в более слабом, но еще по тяжести преступления еще надо посмотреть, кто кого перешибет. Остается 1,5 минуты до завершения эфира, и хотелось бы каких-то
пожеланий на 2018 год кировчанам всем. Всем. И правительству, и простым горожанам, и таксистам, и учителям, и господину Шульгину, и госпоже Ковалю, кого хочешь, поздравляю, пожалуйста. Я вообще поздравляю всех кировчан, и не хочу выделять никого там, из руководства. Там. Давай нам всем тогда пожелание какое-то такое, знаешь, вот... Слушайте, в данном случае я всегда хочу пожелать всем веры и надежды, и любви, там, да, потому что без всего, без этого нам очень сложно будет жить. Так как мы должны честно друг другу сказать, как у меня сказал товарищ, вы, говорит, сейчас держитесь, потому что дальше будет труднее. Да. Вот это пожелание мне не нравится. Тебе не нравится, да. То... Опять только верить и надеяться. Вот будем мы с тобой верить, надеяться. С последним соглашусь. Так. Да, с надеждой и с любовью, потому что, в принципе, все равно, как бы мы ни говорили, от нас тоже очень много в этой жизни зависит. И даже любовь к ближним, к родственникам, к детям, к внукам, там, ко всем. И мы все должны друг друга любить и поддерживать, и быть человеколюбивыми вообще. Да? Как будет нас любить власть, это уже тоже другая история и тоже зависит от нас. Если мы будем от нее требовать, чтобы она нас уважала и любила, значит, она будет нас уважать и любить. То в этом плане как бы не надо искать негативных историй, потому что, в принципе, я все равно считаю, что люди могут сами решать свою судьбу. Дмитрий Русских, это его особое мнение. С Новым годом! Всем спасибо, всех тоже с наступающим Новым годом. Спасибо.